Здорово! Привет, дружище! Меня зовут Саша, ты на канале Князь. Сегодня у нас битва замков, и я нахожусь на своем втором бездонатном аккаунте, который я развиваю с нуля. Есть отдельный плейлист, на котором вы можете увидеть, лицезреть все предыдущие видосы. Так что, если вам интересно, вы можете прям полностью посмотреть этот сериал. Ну, а у нас что получается? У нас получается, ребятушки, то, что сегодня будет интересно. Сегодня будем ломать игру, взламывать ее на яйцо. Ну, по факту, просто проходите локации, но я вот так вот называю. Вот так вот. Гильдия, в которой я нахожусь, называется Castle Sunrise. Нужны игроки 300 тысяч силы, которые не забивают на битву гильдии. Так что, если что, пишем, обращаемся к Брамсу или к Эколайфу. Вот, вступаем. Поиграете вместе со мной. И что еще хотелось бы отметить? Хотелось бы сказать спасибо тем ребятам, кто воспользовался акцией возвращения домой и отправил ништяки яйцу. Вот, единственное, что я там в описании под видео написал тунец. Короче, ребят, если вы где-то давно не играли на каком-то аккаунте, зайдите, пожалуйста, и введите код, который я вам сейчас покажу. Вот, 6000 самоцветов, тогда я смогу быстрее заняться прокачкой, ребята, других героев. Вот акция, допустим, возвращение домой. И посмотрите код яйца. Вот. Нужны самоцветы, это единственный легальный способ каким-то образом их без доната добыть. А мы все прекрасно знаем, что я рублюсь здесь принципиально, ребята, без доната. И сегодня будем пытаться пройти какие-то волны, будем пытаться, скажем так, пройти... Что пройти? Пройти какие-то кошмарки. Ну, можем глянуть на них, посмотреть, что из этого получится. У нас целых 4 героя со второй эволюции. Что самое главное, у нас появился Феникс. Сейчас вместе с вами открою тут какие-то ништяки, которые накопились. Ну, по факту они, конечно, ерундовые. Но почему бы и не да. Я вообще хотел бы сегодня прокачать какого-то героя, к примеру, или Анубис, или Ворожея. Ну, больше склонялся, наверное, даже к Ворожею. Вот просто хотелось быстрее Ворожея прокачать. Но что-то так подумал, самоцветов мало. Вот вы там еще чуть-чуть пришлете самоцветов за счет акции. Тогда можно уже будет Ворожея прокачать. Ну, вообще пишите в комментариях, кого бы вы хотели бы прокачать быстрее. И да, ребят, если вы мне поможете с этой акцией возвращения домой, тогда я, конечно, замучу стрим. Марафон. Вот, стрим-марафон. Так, потребляемое. Так, оп. Ну, стой, нафиг я эти пропуски жму, если я сейчас буду проходить. Ну, короче, смотрите. У меня Командора есть, Фрея есть, Феникс есть, Ронин. Это со второй эволюции. Остальные без эволюции. Но будем пытаться именно ими проходить. Так, ну Феникс у нас пока соживый. Слушай, раз у нас волны, мы можем, в принципе, убрать у него ремку. А что взамен поставить? Ну или рвение. Я даже не знаю. Порочный пакт мимо. Слушай, ну давай, наверное, рвение поставим. Давай, наверное, рвение поставим. Так, священный суд у нас тут. Питомец есть. Тут у нас тоже есть. Тут есть. Она вот так вот бегает. Ну и пускай так и бегает. Ну и Ронин. А, даже не будут спелина ему менять. Ничего там роли большой не сыграет. Ой, еще ж мне так спать захотелось, когда я видео начал записывать. Далее, Трианта надо заменить, и Афину надо заменить. Заменять мы будем на... Тыква нам, в принципе, не нужна. Слушай, давай вот Фрэнки. Вот Фрэнки тоже хочу прокачать на вторую эволюцию. Фрэнки и... И тогда... Ворожей. Вот. А ну, в принципе, мы готовы. Волна Т у нас пройдена. Давай попробуем пройти волну АА3. У нас даже какие-то здания, считай, прокачались. У нас герои появились. Сейчас будем все это дело проходить. Просто интересно, докуда получится дойти и получится ли дойти. Основная проблема, конечно, будет заключаться в том, что будут просто все здания выноситься.
Угу. Да, видишь, Фрэнки не хватает. Вот если бы он был сейчас второй эволюцией, он бы этих героев сейчас бы просто с воодушевлением переубивал бы. Понимаешь? А так, у нас первая волна. У нас первая волна, уже никаких зданий почти нету. Ну, тут, если да, тут надеяться на Феникса, то, что он будет включаться вовремя и не будет подпускать вражеских героев. Так, дружище, ты лайк, надеюсь, поставил. Буду тебе весьма благодарен. Так, АА4. Ну, вот видите, да, какая у меня проблема с созданиями. Так. А, ну, слушай, дядьку с мотыгой мы нормально вырубаем. Там дракошка бежит. Нет, прошли, нормально. А, нет, еще пятая. О, а Феникс не заряжен. О, он все-таки включился. Не, все хорошо. Все хорошо, накидываем ему урона. Прям как не в себя. Так, волну АА прошли. А, давай АБ проходить. Ну-ка. Ну тут мы даже, в принципе, справились с АБ1. А, хотя, может быть, Фрэнки сейчас откис, потому что там у Атлантикора включился щит. А нет, Фрэнки жив. Это интересно. Так, АБ2 тоже пройдено. Идем дальше. Феня. Да, и АБ3 пройден. Нет, все-таки Феникс тут, конечно, решает, друзья. Феникс тут решает. Так, АБ4. Нам сразу прилетело от командора им. Так, не подпускайте их, чтобы они здания не ушатали все. А, Феникс не дотягивает до них. Дядька с мотыгой. Ёлки-палки, Феникс, ну давай уже, заряжайся. А, не, нормально, смотри. Нормально, ну давай, пятая волна. Решающая. Ой, кто-то мне ВКонтакте... Ой, на самом интересном месте долбит. Не, ну, в принципе, мы справляемся. Хотя вот демона мы как-то слабенько бьем. Демона как-то слабенько и долго. Но нет, бьем. И я надеюсь, он никого из героев не ушатает. Все-таки там те герои, которые со второй эволюции, у них 10-й прорыв. Это вам не что-то там на заборе рисовать. Так, все, мы, ребята, справились, мы крутые, вот. Так что меня с этим, вот, мне с этим повезло. Летим дальше. Так, волна АЦ. Ну, Феникс просто спасает. Благодаря Фениксу нам не ушатали тут на первой волне половина зданий. Идем дальше. Ну, прям, слушай, я смотрю и нарадоваться не могу, если честно. Вот реально смотрю и просто радость полные штаны. Так, демон у нас уже на АЦ4 волне вылетает. Причем с дядькой и с мотыгой он вылетает. Это у нас 4 эволюционированных героя. Раньше мучились там фулл составами прокачанными, ничего не могли сделать. С фулл зданиями. А сейчас нормально. Нормально просто. Изи. Так, еще демон. Ой, как там, смотри, Фрэнки демона станет. Ой, это что, он с отражением тут или что? Даже помню, на каких-то волнах, там типа демоны с отражением, там кого-то брали, мы там с разбросами героев брали, что-то там как-то мучились, проходили. А тут, смотри, ёлки-палки. АД-волна. Сейчас по прохождению волн, наверное, этого основной аккаунт догоним. Не, ну, конечно, не догоню, но тем не менее. Буду очень близок.
Так, вот я правда не помню уже. Он, слушай, может быть, мы сейчас АД2 волну и не пройдем, потому что здание ушатывают. Да, походу не пройдем. В следующий раз будем уже тогда пытаться проходить, когда прокачаем Фрэнки и выражая. Так, давай, давай, ни в чем себе не отказывай. Да, деточка. АД4. Ну-ка. Демон. Ну, не, ну вроде держимся. Вроде у нас даже 6 таблеток и 3 башни осталось. Блин, даже Фрэнки, смотри, с первой. Даже не то, что с первой эволюции, без эволюции живет. О, мега-дракон вылетел. Мега-дракона убили. А вот демона мы сейчас будем долго убивать. Хотя не, смотри, потихонечку пару героев его грызут. И за 2,5 минуты они его успеют сгрызть. Я надеюсь, да? А не наоборот, что нас сгрызут. Все, прошли. Прям, слушайте, удивление, удивлению нет предела. АЕ-волна. Давай. Давай первые волны по-быстрому пропустим. Еще. Ну, в принципе... Ай-яй-яй, грызут здание. Вот за здание больше всего переживаю. АЕ-3 волна. Так, таблетки живы. Герои вроде бы живы. Демон выскочил. Так, тут уже интересно. Тут демон. Не знаю, с чем. Отражение, не отражение. Дядька с мотыгой подойти не может. Не, ну потихоньку всех грызем. И это радует. Потихонечку всех грызем. И сейчас демона тоже догрызаем. Все, сейчас пойдет АЕ-5 волна. Ну, изи, 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 ребята. Прям вообще хорошо. Прям вообще замечательно. Прям по-доброму. За один раз столько волн пройти. Ладно, ну чё. У нас тут еще есть, да, у нас еще 67 попыток. Давай АФ-волну попробуем пройти. Не-не-не, тут все, тут здание по-любому минус. То юниты нужны были. Хотя, смотри-ка. Справились, еще зданий осталось много. Бам! Командора долбанула, пачку целую вынесла. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Феникс, тебя не хватает. Вот, молодец. Слушай, со второй волной, в принципе, тоже более-менее справились. Половина зданий, наверное, нету, конечно, но... Вот, тут 3 пачки. Вот тут, конечно, сейчас жестко. Феникс, Феникс, давай быстрее включайся. И не подпускай. Ой, как командора отрабатывает, а? Снова пачку просто одну вынесла. В одну рожу. Так, ну... Блин, если нам хватит зданий, мы выживем, это будет супер удача. Если мы дойдем до 5-й волны, нам здание не ушатает. Что вы, черепа инвалиды не можете убить? Все, добили. Так, Феня заряженный, это хорошо. Давай, включайся. О! Все! Все! ГГ изи! Как говорят дикие из игры Escape from Tarkov. АФ-5 волна. Вот сейчас тут здание. Завой по зданию. Давай, Феня, Феня не заряжен. Феня заряжен. Феня включился. Одна таблетка, фу ты. Одна башня вроде бы осталась. А, еще здесь здание заныкано. Азаза. Азаза! Ну что, мы сможем вырубить, успеть? Вроде грызем этого, как бы видишь, что тут многие герои не достают. Ну давай ускорим, посмотрим. Ёлки-палки, нам может времени не хватить. Вот это будет, конечно, фейл. Хотя нет, ну хватит, ну хватит.
Хватит же времени, да? Минута... Да, хватит, ребята, мы проходим АФ-5 волну. Слушай, это невероятно круто. Да, деточка, и посмотрите, какой расстановкой. Ну, с одной стороны, да, хорошо, вот теперь на молодых аккаунтах можно легче пройти эти волны. Вот, с одной стороны, это, конечно, классно. А с другой стороны, я помню, мы там просто, чтобы волну ТТ пройти, мы там парились, расстановки придумывали, героев расставляли. Вот, там не дай бог ты куда-то не туда заборчик поставишь. Все, ты там ничего не пройдешь. Там высчитывали, кто кого замедлит, кто по какой дорожке пойдет. Вот столько было мелочей и моментов, и, в принципе, от этого волны были реально интересными. Сейчас, конечно, этого уже больше нету. Ну, может быть, там на последних каких-то волнах. И то там, ну, как бы, да, делаются какие-то расты, типа, для прохождения там последних волн, но такой запарки, такого тщательного внимания деталям, как раньше, больше нету. Ну, единственное, что да, сборка героев, окей, на последних волнах. Прокачка героев, да. Вот, как бы там без доната там, наверное, не пройдешь. Но, тем не менее, вот, просто расстановочки раньше, просто там угловая расстановка, не угловая, такая, не такая. Тут у меня просто на халяву слепленная расстановка с криво прокачанным забором, и все просто изи. И все просто изи, друзья. Так, слушай, а Г3, ну, есть надежда пока что. Есть пока что надежда. Там у нас... Оп-оп-оп-оп, Ронина убили. Он не успел дойти и вынести здание. Но тут, конечно, многое зависит, с какой стороны пойдут. Посмотрите, как отрабатывает Фрэнки. А вы представьте, если бы он прокачан был второй эволюцией. У нас же тут Фрэнки с первой эволюции, елки-палки. С первой эволюции, друзья, Фрэнки. Он уже так помогает. Так, Феникс. Феникс заряжен, это хорошо. Феникс включился. Феникс всех цепляет. Все-таки, блин, Командора Феникс. Связка Командора Феникс. Воу, еще Фрея. То есть Феникс станет. Командора по целой пачке выносит за счет своего урона и массовой атаки. А Фрея уже добивает, грубо говоря, единицы, да, героев, целей, которые остаются. Еще плюс Фрэнки то же самое делает. Еще и станет. Но надо Фрэнки, чтобы прокачанный был. Слушай, не уже... Тут, походу, сейчас застрянет этот демон из-за этих голубей, и все. И печалька будет. Хотя нет, нет, смотри. Что по зданиям у нас? Так, главное, чтобы там демон нормально не долбанул. Нет, мы сейчас и АГ-волну пройдем. Сегодня уже мы не успеем, ребят, пройти кошмарки. Я думаю, это какой-нибудь другой отдельный видос. Вот. Ну, по факту, да? Вот название напишу. Яйцо взломало игру. Прошли все волны. Ну, как бы для бездонатного аккаунта, ребят, в 4 героя со вторыми эволюциями. Ну, это реально круто. Ну, давайте идем, пока не проиграем. Ну, хотя уже видео длится 20 минут. АХ-волна. Просто там уже должны приблизиться волны, там, где конкретно здание выносится. Ой! Это вот кто сейчас мне полбазы вынес? Какая сволочь? Какая? Какая либеральная сволочь мне вынесла половину базы? Где этот либераст? Я надеюсь, его нашли. Надеюсь, его нашли. Так. Ну, я не знаю, есть надежда или нет. По факту у нас только таблетки остались и ваншотное здание. Чем мы тут тормозим? Это что, это подкол с игры? Я кого-то убить не могу? Где-то какой-то герой застрял? Эй! Айджи, ну вы чё? Где кто застрял? Где-то юнит какой-то, забор долбит или что? Я не понимаю. Что происходит? 30 секунд осталось. Да нету, никого не вижу, ребят. Просто какой-то баг. Что-то с таким не сталкивался. А, мы прошли? А, смотри, прошли, и потом бац, фейлор. А, фейлор может быть из-за того, что
Ну, как бы здание долбанули. Ладно, давайте по-быстрому. Понятно, что, скорее всего, мы АХ волну не пройдем, потому что, ну, вы сами видите, как тут здание ушатывает. Ну, давай в быстрой перемотке посмотрим. Здание, ребята, но все равно это очень круто. Посмотрите, сколько мы волн сегодня прошли, там, сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Просто, подожди, я даже, наверное, заставку сделаю. А может быть, и... давай, короче, ладно. Кому понравилось видео, не забываем ставить лайки. Вам пожелаю огромнейшей удачи, друзья, и всем пока.